14 по 28 августа 1974 года в Москве работала международная выставка «Кримтехника-74». Эта выставка была организована по инициативе и при непосредственном участии МВД СССР и торгово-промышленной степени Грамма. Фирма Mercedes-Benz ФРГ демонстрирует две модели полицейских легковых автомобилей типа B350 и B230 с комплектами специального технического оборудования. Проблесковым маяком с синим светофильтром, с держателем и удлинителем, устанавливаемым на крыше кузова автомобиля, сигнально-громкоговорящей установкой мощностью 60 Вт, радиостанции фирмы Bosch, 10 каналов, выходная мощность 10 Вт, поясом безопасности, радиоприемником марки Becker Mexico в сборе со стереофоническим кассетным магнитофоном марки Blaupunkt, стеклоочистителем фар, переносным фонарем с магнитным держателем, гидравлическими ножницами с ручным приводом для разрезания кузова автомобиля при дорожно-транспортном происшествии для спасения экипажа и пассажиров. Патрульный полицейский автомобиль модели 230 в дополнении к радиоприемопередающей и сигнальной аппаратуре оборудован полицейским тахографом для 12-часовой записи.